Марик, у вас с Родригесом образовалась хорошая связка, практически ничего не даете создавать. Это так? Да, особенно если за сегодняшний матч говорить, то я думаю, как в обороне, так вся команда старалась. И поэтому играем, думаю, вроде нормально. И тоже нам получается много моментов впереди. Жалко сегодня, что не забили еще один мяч и не победили. А что случилось там с этим пенальти? Судья что-то объяснил, за что он дал 11-метровый? Да, судья мне сказал, что я за майку держал и движение так делал. Я думал, я просто такая обычная борьба внутри штрафного. Там, даже этот игрок, с которым я боролся, не ждал, что ничего не говорил, если я фалил, ничего. Поэтому я вообще не понимаю, как судья пенальти поставил. Что Карпин говорил в перерыве, какая установка была на второй тайм? Мы верили в наши силы. Тренер сказал нам продолжать хорошую игру, которую мы показали тоже в первом тайме. Я думаю, во втором мы еще лучше сыграли и забили, и старались забить второй, но, к сожалению, не получилось.